Пожалуй, самый обсуждаемый закон этого года о судьбе бездомных собак. После многих лет обсуждений проблемы на разных уровнях и опираясь на итоги опроса в соцсетях, краевые депутаты одобрили эвтаназию беспризорных собак. Получается, главный метод – это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в ту сферу обитания, откуда мы ее изъяли. Результата положительного не дал. Почему? Поголовье, к сожалению, ведь стерилизация предусматривает, так сказать, снижение поголовья, к сожалению, значит, поголовье не уменьшается. Усыплять, как заверяют депутаты, будут не всех беспризорных собак, а лишь агрессивных. Степень собачьей злобы должны определять ветеринары, зоопсихологи и кинологи. И вот тут, считают скептики закона, может возникнуть неразбериха. Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Знаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она, ну, не дура, она понимает, что это рука-то не человека, а рука резиновая, да? Ну, то есть все это до того, ну, как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. К концу года проблема бродячих собак, которые не только пугают, но и нападают на людей, достигла пика. Яровое, Славгород. Там регулярно жалуются на стаи псов. Действующие приюты для животных с нагрузкой не справляются. А строить новые за 25 миллионов рублей, а потом еще и содержать их, возможности бюджетов не позволяют. Другая принятая инициатива – о выделении большей части льготников дополнительных денежных средств. По новому закону, детей с орфанными, то есть очень редкими видами заболеваний, среди них спинальная мышечная атрофия, болезнь Нимана-Пика, наследственный ангионевротический отек будут лечить на средства федерального бюджета. И это большой плюс для региона, поскольку на лечение таких болезней требуются огромные суммы. Теперь же высвободившиеся средства в крае могут направить на других льготников. Около полумиллиарда рублей, но если не будет данного решения, то эта сумма будет возрастать в геометрической прогрессии. Ну, не геометрическое, где-то на сотни, то есть лечение таких пациентов от миллиона до 100 миллионов рублей. Их у нас около 300 взрослых. Медработники стали чуть более защищенными. Теперь они могут бесплатно воспользоваться юридическими услугами, если дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Всего в Алтайском крае правом на бесплатную помощь юриста обладает 800 тысяч человек. Медиков из них 32 тысячи. В профильном комитете подчеркнули, что пока в регионе эта возможность используется редко. У нас установлена сумма определенная на оказание бесплатной юридической помощи. Это около 1 800 000, да. У нас использовано 339, по-моему, тысяч. Я могу, коллеги, ошибиться, да, по конкретной цифре. И еще один долгожданный для родителей края закон. Детские аттракционы, наконец, попали в правовое поле. В опережении федеральных коллег депутаты края приняли закон о батутах, каруселях и прочих местах отдыха и определили ответственность за травмирование детей. С 2023 года за безопасность веревочных парков, каруселей и батутов будет отвечать инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Ее специалисты будут проверять исправность конструкции и, если нужно, выписывать предписания, чтобы дети не становились инвалидами из-за чьей-то халатности. Анастасия Драган, «День с толком».